Война началась, а я пошел. Страшно идти вперед, но идти-то надо. Помнишь, Яшу выживший, они выстояли. Изюм. 13 юм. Пидоры прочитать не могут даже. Все убивают, они идут. Идут, тупо идут. А они приехали, все свято нам показали. Та, настрій піднявся, все, зовсім поніс. Я с Чехии как раз приехал ставить зуб. Война началась, а я пошел. Хотя меня в АТО не брали, я инвалид. Еще третья группа, мне спина поломана. Война и пошел. Тем более с сыном я воюю. Ну как сын воюет, а ты нет. Ну это вообще. Я 14-15 лет я был в АТО. Я как-то разумел, что что-то возможно. И рюкзачок уже я забрал. И когда встал в 5 ранку собираться на работу, я почув приходы и зрозумів, что вже пора. Прошлого года в военкомат как повестку получил. Уже сюда, в 92-ю бригаду. Это в октябре уже забрали. Пришла повестка и просто чекав сам, самого так не могли забрати. Або тільки через повестку. У меня мать. Война мать забрала. Прилетела ракета, кассетка ее убила во дворе. Поэтому это и есть мотивация. Они первые дни мне дом спалили, все, что было. Все, что я жизнь строил. Изюм. 13 юм. Пидоры прочитать не могут даже. По-украински. 13 юм. Кажи, нас посылают. Кажи, что такое за город? Нас посылают туда и нас убивают там. Нас посылают и нас убивают там. За то, что я пошел воевать, тоже моего отца, они меня тоже искали. На ней вот мешок, и 3 дня ребра ломали, все ж. И соседи все ж меня сдали полностью. Но их нет, они все повыезжали. Они все в Воронеж текали. За свою країну, за свои семьи, за те життя. Страшно всем. Нет такого, чтобы не было страшно. Каждый бой страшно идти вперед, но идти-то надо. Просто есть разница между страхом и боягузством. Когда страх уже полностью перекрывает, начинается боягузство, когда ты боишься и крок ступить, и не дай Боже, еще назад побегать, это уже боягузство. А первый Бахмут, по-моему, были одни вагнеры. Да, там вообще. Они там шли. Они... Ну, тупо идет, 10 минут, проходит 10 минут, он наряд идет. У них рации нету, вот он вышел, мы его поклали, другой 10 минут опять идет, мы опять ложим его. Все убивают, они идут. Идут, тупо идут. И вот так вот лежат там... трупы, по первому лезет второй, второго убили, по второму лезет третий. И в норах, потому что третьего сгнил, убили. Другой забегает опять, они там по 4 человека так вот в крови лежат там. Их выгружали очень далеко от позиции, они шли пешком где-то километров, ну нам сказали, что где-то почти километров 5 они шли, ну 4 точно. Потому что на подходе их встречала наша артиллерия. Там многих разбирал еще на подходе. И бросают. Своих 300-х они почему-то не забирают. С траншеи звідки шли кацапи. Выскочил один и хотел уже стрелять в бодю. Я открыл по нему огонь, но он был в пиксельной форме, ще на шоломе зеленый. Наши. Они как наши заходили, наши, погибали, они брали форму, каски одевали и до нас и шли. Это уже он сам рассказывал. Их когда заводили на позиции, их было 3 человека. А заводил их вагнеровец. Сказал, что если пойдете назад, завалю. За 300 тащить не буду, тоже добью. То есть они понимали, что назад дороги им нет. И когда с Мавика одного и второго ранило, они просто сами жизнь покончили самоубийством. Чтобы плен не сдаваться. Они настолько боятся плен сдаваться, что кошмар. А этот, видимо, испугался и выкинул автомат. И начал руками махать же, прошел по правой траншее, а перейти через дорогу побоялся. И потому что артиллерия по нему сами стреляют. Да и с пулеметом там, по-моему, было. Да, там же дотыш. Да, там по нему лупили свои так, что мы думали, он не перейдет все-таки. Ну, перескочил он. Довольный, что остался живой. 3 часа тащили. И нас градами крыли полностью. Выкашено полностью. Там бурелом такой, и тащили. И под деревьями. Да, и под деревьями тащили. По деревьям тащили. Ну, короче. И нас грады полностью. Видишь, что мы идем по посадке. У нас, да, мы вот так 300 метров. Не дотащили, правда, 300 он. 200, да. Ну, да, все равно вынесли. Все равно не бросили. Не бросили, да. Ему позвоночник попало в спину. Носилок не было. На этих, на спальниках. 2 спальника порвали. Да. Блин. А потом нашли носилки. Пидорские. Пидорские, да. Уже на них уже несли, уже 6 взяли.
Ну, это не то, что взял и пошел. Там кроет, вон ж. Хлопці у нас є на чергуванні. Вони будуть їхати у відрядження, щоб забирати наших хлопців. Да, найти і забрати. Пройшов час. Дуже складно тоді було їх забирати. Нереально. Ну, скажімо так, йти забрати хлопців, щоб положити ще 10, теж якби не дуже правильно. Всі розуміють, що їх потрібно забрати. І все одно поїдуть хлопців і заберуть. От мене коли поранили, хлопці дякувати їм, мене винесли. А потім ще скільки, годин 6, мабуть. В воді тащили, так, 200-го. Всю ніч тащили мене. Принесли, насилок кинули. Нас скоком, чоловіка 4. Один одне робив, тут уже пневмоторикс, тут в ребра трубку заганяє, тут капельницю ставлять, то й рану обробля дивиться, то ще щось. Отак, не то, що там, і ніхто там не тормозить, не думає, що робити. Вони вже є протокол, вони зразу роблять те, що їм потрібно. Бистро обробили, перев'язали, стабілізували. І так же дивлюся, не наступні бригади працюють. Так що це дякувати хлопцям, теж там дуже організовано. Зламався автомобіль. От любий без нас, мабуть би, може, ну, днів два-три, може, шукав. Віталій проходить півтори години, він доганяє колону на новій машині. Він її не віджав, він її знайшов хазяїна. Він купив, забрав хлопців і догнав колону. На второй Бахмут нічого було їхати, я пішов бусик купив. І опять же поїхав на второй Бахмут. Украл Урал. Тьо ночью. Не, мы песчаные захватили, они зашли. И наши же тоже уходили. Я на Урале, 7-й рот еще шла по дороге, понабирал. Скорее всего, знал, наверное, по позывному каждого своего. У нас на Гракова приезжал, бои и все. И он к нам, чтобы жить. Не там где-то, черт где там роты, и командовать по рации. А он к нам. Вот мы с выхода пришли, мы отпочиваем после выхода. А он приезжал, разом с святым, частенько у них двух ездили. Просто приезжал вот. Ну, видно, що переживають. Тут, да, не знаю, що хорошого. Я думаю, я відпочину, а потім уже піду. Ми тут з таксістом лежимо, я думав, що ми вже крайні. Дивлюсь, ззаді ще три бійця йдуть. І от що мені тоді сподобалось, самий крайній йшов, святий. І він знав, що там вже бійців нема. Ось це теж, це повага. Да, командир все время йде. Прийшов теж виснажений, ще й на ногах Єлісей Зижик. Загружається повністю. Страж, хлопці, давайте піднімайтесь, ходімо. Ой, але плавайте. Давай пертись далі. Тоді єлі вилізли. Було Різдво. Да. Та там є ті фотки, там. Він переодівався, там є відео, да. Вони переодягнені, у мене до цього. Діди Морози, да. Подарки, там хоча там носки, там, ну, інтересно, смішка. Не тільки він, да, і святий був, і вчитель був, там багато було. І співали, і красиві. А так, ну, коли давали, да, от. Зовсім поникли. А вони приїхали, це свято нам показали. Та, настрій піднявся, все зовсім по-іншому. Да, ми ще бачиш, що 31 на 1 ще на виход вийшли. Новий год тут зустріли в окопах. Потім вже коли, скажімо так, відходили мене все, я розумію, що я жити вже буду, життя мене врятували, обробили там рани, все. Мені наче якби і важко, а я розумію, що це таке відносне питання, кому важче, чи мені, чи хлопцям. Коли вони це все бачать, з виходу прийшли, відпочили і знову туди йти. І потім знову туди йти. І ці обстріли постійні, і кацапи лізуть, і арта працює, і цей кожен день
холодно. Я навіть не знаю, як би я це витримав. Так що ще хто міцніший, я що вижив, чи вони вистояли. Так, хлопці, ми то. Оце вам і є оце таке побратимство. І знову ж таки, без одного чи командира, чи бійця нічого не вийде. І від кожного окремо, і воно виходить в кучу, і це така команда робота.